оценивающе наблюдает завуч. Встречайте, Маргарита Дробязко и Петр Красилов. Все время со всеми партнерами первые впечатления, когда мы с ними начинаем кататься первый день. В общем, они мне все всегда очень нравились по-человечески, но мысль сначала такая: ой-ой-ой, ну что же мы будем делать там? Ну, сейчас два эпизода покатаемся, видимо, и нам скажут до свидания. Вот, они такие оказывались, ну, просто везение мое, безумно талантливые, что уже после второго-третьего эпизода я понимала, что они могут претендовать на лидерство. Честно говоря, опять внезапно докатил этот финал, и я до сих пор в это не верю. Сможем ли мы какое-то долгое время существовать, не созваниваясь, не встречаясь? Вот у меня такие ощущения. Я очень рад, что мне удалось посетить ледниковый период. Что он делает на льду, я считаю, что просто большой артист. Вот. И я бы с тобой каталась и каталась. Хочется сказать большое спасибо Саше Жулину и Илье Авербуху. Огромное спасибо Маргарите, потому что если бы не было Маргариты, я бы, наверное, так и не катался. Катаются сегодня Рита и Петр под песню Рене Обри «Акварель». Чушь. Бред. Лиза была так счастлива. Куча гостей, свадебных подарков. Но кто принес последний? Лиза.
телезрители. Во время съемок программы, когда ребята танцевали, были на льду, неожиданно пропал звук. Техника подвела спортсменов. А вот Рита и Петр не подвели. Они танцевали сегодня вдохновенно. Другого слова не подберу. Замечательно. Правда, прощаться не хочется, потому что такое выступление – это, наверное, лучший прокат. И это финал, суперфинал ледникового периода, а ребята такой фейерверк на льду. Чего стоила одна дорожка, длинная по диагонали через весь каток. Никто ни разу таких шагов не выполнял, а ребята выполнили абсолютно синхронно. О поддержке и аплодируют все, и участники в первую очередь, потому что...